Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим печенье всего лишь из 3 ингредиентов. Такое печенье получается необычным по вкусу и по виду. В миску выливаем 200 грамм сгущенного молока. Кладем 100 грамм мягкого сливочного масла. И насыпаем примерно 350 грамм картофельного крахмала. Все хорошо перемешиваем. В этом рецепте также можно использовать кукурузный крахмал. Его понадобится немного меньше, около 300 грамм. С кукурузным крахмалом печенье лучше держит форму. Тесто должно получиться мягким, не должно липнуть к рукам и растекаться. Из теста формируем шарики чуть меньше грецкого ореха и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Печенье кладем на расстоянии друг от друга, так как оно расплывается. Каждое печенье сверху придавливаем вилкой. Печенье ставим в разогретую духовку до 180 градусов, выпекаем примерно 15 минут. У готового печенья низ должен подрумяниться, а верх остаться белым. Печенье получилось рассыпчатым и с нежным вкусом сгущенного молока. Оно немного необычное и обязательно понравится тем, кто любит выпечку на крахмале. Если вам понравилось такое необычное печенье, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал «Готовим дома», а также подписывайтесь на мою страничку в Instagram. Ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!